сейчас мы поохотимся на желтошею бестию. Квест на нее нужно брать. Исключительно для эффектности. Можно добежать пешочком. Безопаснее так вообще. Заряжая оружие, обыскивая труп, разглядывая местность, бинокль. А вот это она.
Нам нужно было добыть это. Для престижа, для понтов и для... крафтинга. А теперь нас убьют немножко. Вот что здесь раздражает, так это звук. Совершенно неинформативно. Непонятно откуда. И не только далеко. Где кричит? Кто кричит? Кто кричит? Хоть как-то можно догадаться. Но в каком направлении его искать? И насколько он близко? Это... понять. Перезаряжаться и перевязывать раны можно на бегу. Немного замедляясь. Итак, крафтинг. Крафтинг. Вот крафтинг. По-моему, это зарядка. Да. Это зарядка огнемета. Магазинчик такой. Увеличиваем его теперь до максимума. Увеличили. Так, желтую жейку, квест, можно брать тут. Вот он там. До новых встреч на нашем канале.